друзья мои, мы в Теджи. Такие вилочки красивые, цветочки. Дедушка поливает садик, кисоньки. Так все классно. Вот я бы здесь, знаешь, что тоже бы с удовольствием бы летом. Посмотри, как классно, да? Какие вилы, вообще обалдеть. Какая красота! Вы посмотрите, что наша Валюша придумала. А фонари есть? Вот это да, Валюшка, вот это да! Какая красота! Боже мой, мы куда? Какое красивое место мы пришли. Супер, супер красиво, черт возьми. Обалдеть. Зеленая полянка. Олеська тоже здесь сидит, Олеська. Лапуся. Олеська. Вообще, Олеська. Это неправильно ты. Мы-то правильно. А дай Олеська, я всех быстренько так, уменьшительно ласкательно. Олеста. Олеста. Принцесса наша. Гель, 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 гель. Вот турче белер, Сачи. Гель, 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 ве инглишче. Олеста. Олеста. А, накакает вам. Вот вам какашки, макашки. Я не знаю, ты... Она такая, она умничца, кто нас пригласит. Ну, слушай, ну это просто что-то. Мне даже на ум такое не придет. Какая прелесть. Сколько лет? 5 лет? Не надо, потому что я хочу, чтобы вам хорошо было. Спасибо это огромное. Просто, я в таком восторге, я вообще спасибо. Никогда не была вот, вот так вот, в такой атмосфере я не была. Ашкем, я таджазда, посидим, полежим, посидим, полежим, попьем, полежим, да? Как красиво, шейх. Да? Шейх, шейх Эндер. На пляжную вечеринку, поэтому оделась так по-простому, потому что сами знаете, песок, море рядом, чем проще, тем лучше. Сейчас девочки за мной приехали и до скорых встреч. Жду девочек и решила с вами поболтать. Ой, а я забыла штатив, штатив для телефона, но ничего, уже не буду возвращаться. Мы собираемся на том месте, где у нас проходила вечеринка, такая будет пляжная. Очень хорошее место нашли. 2 дня назад мы также были на празднике. Прекрасно провели время, такие воспоминания, такая красивая была сервировка, такой красивый дизайн всего. Вкусная еда, столько закусок, десертов. Надеюсь, что сегодня будет еще лучше. Мы Катюши, день рождения. Сегодня я ничем не занималась толковым. В воскресенье отдыхала, выспалась. Надо же отдыхать тоже. Ничего не могла с собой поделать. Хотелось больше отдыхать и отдыхать. Приготовила тут сумочку разные. Ой, а посмотрите, какие кисуни. Ой, как вас много! Как вас много! Воскресенье, у нас так все так тихо, детей даже нету. Куда все подевались, интересно? Все это так тихо. Наверное, все выехали на пикник. Что вам рассказать интересного? Пока ничего такого интересного у меня и нету. Все как обычно, одно и то же. Ну, не совсем одно и то же. Девчонки, такое счастье, вот так можем сидеть, вот так на берегу моря.
столько поздравлений. И знаете, столько удивительных звонков сегодня мне было. Прям звонков, поздравлений. Всем добрый день, мои дорогие друзья. Видео начинается с обзора. Ашкым пришел с базара. Чуть-чуть, я думаю, ты сынкала только. Ой, мой Ашкымчик. Умничка. Ты сын фиатлары соль, Ашкым? Фиатлары, да. Фиат, 7 лира, 7 лира. 7 лира не? 7. Яблоки, 7 лир. Ачушка. Ярма. Чего ты за капатки? Пах-пах-пах. А сына шире? Чего пасит капатки? Ярма. Да. 7 лир. Гюзель фиатлары, 7 лир яблоки. О, 10. Еди, еди. Bu aşkı to? O, ona 3 kilosu 15 dedi. 15 lir, 3 kilo. 20 dedi. 2 kilo aldım 15 lir. 2 kilo, 15 lir. Это на завтра. 8 lira, aşkı. Domates? 8 lira bu tanesi. Ucuz. Pahalı ya, geçen 6'ya almıştım. Это говорит 8 lir, это kapusta. Tanesi 8. 6 lira. Soğan aşkı? Biraz küçük olduğu için 6 lira. 6? Domates 6 lira. 6 lira. Bu da yemek için aldım. Для еды. Aşkım, bu maydanoz ne kadar? Ne kadar işte? Tanesi 1,5 2. 1,5 2. 1,5 2 lira. Ya. Ne işte? 3. 15. 15 kilogram. 15 lira. Biber. 15 lira. 15 lir перец. А bu ne aşkım? Şeftali. Ne kadar? 10 lira kilo. 10 лир килограмм шептали. Ой, это шикарно. 10 лир, друзья мои. Огурчики. 10 лир. Патлиджан. 10 лир патлиджан. Сейчас сижу и думаю, боже, что бы вам записать видео. И мой Ашка мне контент принес. Лимон. 10 лир лимон. Свежие лимончики. Спасибо, Ашка. Карпуз йог? Карпуз бітмішті. Кавун вар, соном. Кавун да сон. Бу не кадар шимди хазы хаджирладин? 150 лир арджаны. 150 лир. Все равно, друзья мои, очень много. У нас и полно сыров, мяса, вы сами знаете. Будем есть овощи, так хочется овощей. Вчера я была на день рождения, а мой муж тут с Саятом готовили. Они приготовили такую еду, но я когда пришла на кухню, у меня была здесь война. Все, что было, они использовали в духовке, они готовили кушать. Сейчас я вам покажу, я это переложила в кастрюльку. Посмотрите, какую еду с курицей они это приготовили. Вот такой вот. Когда надо, все приготовит Ашкым. Ашкым вместе с другом. Вот такие вот у нас мужички. Перцы так много пьют. Вот знаете, что я вчера собрала урожай. Собрала урожай. Их столько надо воды каждый день. Вот этот сейчас надо сорвать, да? Вот эти вот маленькие. Что-то они большими не вырастают, а? Зеленый может тоже сорвать. Ну, не знаю, друзья мои. Помидоры у меня так и не подошли. Помидоры. Я хотя их брызгу, посмотрите, сколько тли. Так, давайте посмотрим на нашу красавицу. А ее нету. А она там. Как хорошо, что она спряталась туда. Вот это молодец. Она спряталась под этим, друзья мои. Моя умничка. Видите, она мне уже не болит, не боится, потому что я с ней разговариваю постоянно. Хорошая девочка, мамочка, умничка. Спрячь свои яйца туда. Вот видите, тут же есть вот в горшке место, и она хорошо спряталась туда. Вот это мне нравится, я хоть успокоилась. Ну вот, мои дорогие, у нас тепло, жарко. Ну, я вон раздета. Вчера мы с девочками так хорошо время провели. Немножко с вами поговорю. Вчера с девочками мы шикарно провели вечер. Конечно, все были в песку. В песке и в песку. Но столько наболтались, мне кажется, сколько бы мы ни собрались и сидели, у нас не заканчиваются разговоры ни на какие темы.
Сегодня я тоже. Кстати, я хотела вам сказать, что я сейчас делаю челлендж уже 8-й день. Я загрузила вон видео короткое. Вот это вот я делаю. Это был 3-й день, когда я начала. И у меня на 5-й день было минус 2 килограмма. Да, попробуйте. Ну, можно, конечно, и с минуты начинать. И потом можно и с пол, и с 30 секунд. Минута, и потом увеличивать свое время. По-моему, у нас праздники закончились, надо, Света, отдыхать. Не отдыхать, Свете, надо работать, она отдыхалась. 10 октября у нас годовщина свадьбы с мужем. Так что следующий праздник будет этот уже скоро-скоро. А я сейчас пойду разложу персик, съем. Я сейчас рисую нейрографику. Приступила к работе. Еще у меня столько много идей по шитью, когда рисовала сейчас. Думаю, вот такое платье хочу себе, хочу пошить красивое платье себе на нашу годовщину. Но этот... уже начали появляться какие-то идеи. Пошла, друзья мои, поговорю с мужем. Не забудьте подписаться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. Мы вам будем очень благодарны. По понедельникам у меня такой красивый вид открывается с моего балкона. Вот просто, если бы было свободное время, сидела бы я на балконе и наблюдала за каждым. Но так как я деловая женщина, и мне некогда такими делами заниматься, то я так быстренько посмотрела, что продают, и все. С утра тут мэрия гоняла людей, ну вот к вечеру они уже успокоились, поэтому люди продают все. Нужно увеличить вам, чтобы вы посмотрели, мои дорогие друзья. Сейчас читала комментарии ваши, ответила на кое-какие. Спасибо вам за поддержку, моим новым подписчикам, хорошим, добрым подписчикам. Я мое обращение направляла именно к добрым, позитивным, которые любят такую простую жизнь, какой я живу, а не выпендрежной жизнью, показушной. Понимаете меня? Что у меня есть, то есть. Я не гонюсь за богатством, не гонюсь за сверхъестественным. Я живу по моим возможностям. Вы знаете, что я поняла? Когда какая-то цель исполняется, и интерес пропадает быстро. Вы заметили? Вот вы чего-то хотите, хотите. Например, вот я просто элементарно говорю, хотите вы красивые очки. И очки они у вас есть, и что? И у вас это чувство такое, да? Интерес пропадает сразу. Ну все, добилась, они у меня. А то, что вот... Как вы живете каждый день, вы посмотрите. Надо получать удовольствие вот с этих цветочков, которые они бесплатные растут у меня. Боже, как я их люблю. Вот так именно проживать надо. Они такие лапусечки. Сейчас вечером будет распускаться. Вот счастье, вот, мои дорогие. Все это материальное, это какое-то минутное счастье. С собой его не заберешь. Да, все хочется красиво, все. Но главное, знаете, иметь рядом человека, который, с которым тебе будет интересно всю свою жизнь. Вот такого. Вот это я пожелаю, самое главное. Ведь в основном наша жизнь проходит в семье, да? Мы встречаемся с подружками, друзьями. Не постоянно, не 24 часа. А самое главное, я обнаружила то, что это счастье возвращаться в свой любимый дом. Посмотрите, мой любимый дом, в каком состоянии нехорошем. Но я буду завтра все убирать. Завтра у меня и зумба, и йога с девчонками. И очень много чего интересного будет завтра. Надо это окно никак не могу. Вот какая-то вот у меня такая рефлексия. Не хочу я это окно мыть. Надо помыть. Вот такие вот дела. А тут я что-то посадила, и видите, оно растет. Кстати, вот мой скворечник. Сюда не прилетела ни одна птичка. Не знаю, посмотрите, может, там кто-то сидит. Тоже интересно. Так вот.
Это такой красивый у меня цветок. Обожаю свои цветы. И вот у меня там есть подписчица Алевтина. Она тоже любит мои цветочки. И спрашивала про мою птичку. Ой, а это такой колючий. В общем, друзья мои, бардак у меня на этом балконе. Бардак. Ничего страшного, беру. 2 дня Светлана гуляла. 3 дня, да? Пошла я работать, а вы не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и пишите комментарии, мои дорогие. Комментарии продвигают канал. Прошу вас. Я-то думала, что все закончилось, а тут приехала Забита, разгоняет людей, не дает им продать. Все быстро в панике собирают свои вещи. Вот такая вот у нас интересная жизнь, друзья мои, по понедельникам. Видите, слышите? Никак я не закончу свое видео на сегодня, мои дорогие зрители. А мой муж пошел гулять.